Так, ну вот показываю. Смонтировали бойлер. Сделали разводку. Вот он у нас греет уже. Использовали полипропилен. Очень все получилось хорошо, быстро. Так, тут у нас инфракрасный обогреватель висит в нашей. А вот мы сделали уже кабинку. Вот такая у нас кабиночка получилась. Высокий поддончик. Вот. Тут линолеум положили. Купили новыми. Мерный лоскут, так сказать. Как раз по размеру получился. Обошелся нам $15. Вот такая кабина у нас душевая стала. Честно говоря, когда монтировал, не думал. Такая год она лежала у нас. Я уже и запчасти и даже не представлял себе, как она вообще будет работать и будет ли она работать. Вот у нас свет тут. Вентиляция. Вот, тропический душ есть. Теперь мы уже зависим только от воды, от соседей. Соседи у нас хорошие, воду нам дают. Поэтому, так сказать, мы уже сейчас и без бани, и вот начнется лето, уже будет где помыться. Экспериментировали тоже со всякими солнечными, ставили какие-то емкости, все это чепуха. Вот, самый надежный электрический бойлер, вода. Вот тут у нас поставили стиралку, сегодня стирали, отлично все работает. Надо еще сделать откосы на окно. Вот, и потолок будем делать из пластика. Вот такая у нас получилась душевая. Отлично все. А был такой сарай-сарай. USB стенки покрашены фасадной краской. Надо будет еще раз вот тут пройтись, где мы это самое не знали, какая будет душевая, поэтому немножко не докрасили. Вот тут цвет у нас общий. Короче говоря, вот такая вот получилась у нас. И в этом году мы будем с душем. Вот. Двери покрасили. Вот. А система? Система простая. Удаление. Так, вот пошла труба. Это у нас с кухни идет. Кухни и идет вот туда под куст жасмина. Вот нормально все растет, отлично фильтруется поверхностно, никаких проблем, никакого запаха, ничего нету, не надо строить никакие эти чепуховые непонятные емкости, вкапывать зачем-то. Если вы не в туалет не ходите, не какаете, все будет нормально. Так. Вот наш автопарк. Одна машина ездит в деревню за продуктами, вторая это уже в Минск. И сюда. Вот. А вот тут отводится вода из душевой. То же самое. Уходит труба, там дальше она фильтруется. Вот. Ну тут еще, как бы только в прошлом году мы подсоединили. Вот это идет труба. Проветривается торфяной туалет. Кстати, рекомендую, очень хорошее дело. Торфяной туалет лучше всяких с этими жидкостями, там еще какие-то есть. Вот. Торф потом убрал, и никаких проблем нету.